Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я снова вам представляю хайлайты со стрима, который проходил на прошлой неделе. Хайлайты, вторая часть. Понеслась! А нет, стоп, погодите, заранее лайк влепите. Влепили? Понеслась! Итак, как вы помните, в прошлом выпуске мы совершили два заезда, и у нас была ничья. И вот настало время третьего решающего матча. Зачем я говорю это так серьезно? Это было абсолютно тупо и несерьезно. Смотрите. Рублей стоит это. Да, дороговато. Откуда у нас столько рублей? У нас 3 миллиона рублей. Откуда у нас столько рублей? Вот именно. Привет, я человек без падежов. В смысле? А как сказать? Сколько рублей? Давай сменить машину. Сколько скорость? Какой-то парень будет. Какой-то парень въезжает двух ног. Блин. Я вообще радио включил? Гонки лагают. У меня? Да, я слышу какой-то голос только что. Не, слушай, это сейчас кого-то из нас подкалываешь или что? Нет, там радио было включено. Это рев мотора, мне кажется. Нет, там прям женский голос сказал что-то. У тебя хорошо получается. У меня вроде нет вообще. А, спасибо. Это твой внутренний голос, чувак. Внутреннее эго тебе женским голосом говорит, у тебя все хорошо, не парься. Все хорошо. Ребят, смотрите. Желтый снег. Юра реверсивно оценил мою шутку. Реверсивно оригинально, мне кажется. Какие все серьезные. Вот нельзя посмеяться на какой-нибудь забавный. Не, прикольно. Я считаю, что было нормально, да. Классно, хорошо. Да нет, столько рублей. Понимаешь? Давай мы на камень, ножницы, бумага решим, кто победил. А есть еще карандаш, огонь, вода. И бутылка лимонада. Только я огонь обожу, сразу предупреждаю. Я буду карандаш. Лимонада, кстати. Карандаш, но огонь побеждает. Карандаш. Черт. Как выглядела плохой выбор. Бутылка лимонада, как выглядела? Лимонада? Да, вот так? Ну, типа того. Ну ладно. О, мой жук вошел. Мой жук, говорит, вошел. Я тепло сзади чувствую, ты дышишь мне в спину. Он тебе в спину дышит? Нет, не дать. Что ты делаешь? Опа. Юрик должен меня щекотать, а не ты. Щекоти! А, нет! Ярик, уходи вперед! Ярик, уходи! Я ухожу! Я там щекотанием догоняю его! Ты хорош! Не сработало! Ты хорош! Нет! Вошел идет! Ай, он вошел в меня! Ты грязно играешь. Разбивает флажки, чтобы ты их хуже видел. Да, чтобы ты пропускал точки. Грязная игра! Грязная игра от Ярика. Как его во многих кругах так и называют? Грязный Ярик. Грязный Ярик, да. Кстати говоря, ты вот это сейчас придумал, а меня так и называют, это правда. И мы не хотим знать причины. Но вам и лучше их не знать. Да, мне кажется, это опасно. Понятное дело. Почему она тебя так называет? Есть определенные круги. Грязные круги. Нет, круги довольно чистые. Я среди них грязный. В общем, Евгений победил. Ну, кто чего еще ждал? Победа! И напоследок мы решили замутить общую катку вчетвером. Часика так... На полчасика. Воу, ребята, я очень разогнался. Это звезды. Я очень разогнался, дед. Юра межзвезд. Он межзвездное пространство только что. Чисто интерстеллар, через Гаргантюа пролетает. Жми Икс. Икс. Что это? А, Жмикс. Жмикс, да. Я четвертый еду. Я четвертый. Ты четвертый. Ребят, не ругайтесь. Ты третий, Ярик. Да. Вы спорите из-за того, кто я четвертый? А я уже четвертый. Нет, уже я четвертый. Опять вы ругаетесь за этого? Да. Ладно, чтобы ты не расстраивался об этой игре. О, нет, он, кажется, понял. Нет. Берегитесь. Нам еще ехать и ехать. А ты думал, расслабился уже, да? Я уже... О, мне уже нервы на пределе, ребята, прям совсем. Это микрофон острый. Закрываю. Пук. Как звук закрывания обратно. Вот уехал в гору. Ну, смотри, чпок, только наоборот. Ну, вообще, вот когда такой. Ты не думал озвучивать игры? Вот таким способом. Слышишь звук? Да. Угадающий голос. Да ладно! Давайте обсудим интернет. Мы же в интернете с вами, а его не обсуждаем. Ха-ха, видели Trollface? Прикольная тема. А вот это а-за-за-за-за. О, какой туннель крутой. Хватит спойлерить туннель, чувак. Туннель в конце закончится. Мне интересно, почему у Ярика нет такого туннеля. Если честно, тоже интересно. Почему у Ярика нет такого туннеля, ребят? Потому что, как говорится, Ярик за своим туннелем следил. Вот у него нет такого туннеля. Ты знаешь, я 10 лет профессионально играл.
С тех пор, как я перестал, я больше не играю. Я дал тебе слово. Знаешь, такая военная, приходите, Ярик, нам нужно, чтобы ты погонял. Такой, я больше не гоняю. Тебе опыта не хватает, Ярик, вот здесь прям. Опыта мне? Да. Ты что, не слышал? Он завязал уже давно. Он уже завязать успел, вот насколько у него опыта много. Что? Остановись! Ярика поддержать надо. Не-не-не, мне... Ярик! Стал намного легче. Не, мне нормально, наверное, просто... Поднял боевой дух. Просто с машиной беда. Я вообще не понимаю, где я. Олегинцы ему жмут, походу. А он забыл одеть. Может, наоборот, он надел, и поэтому в педаль не может втопить нормально. Что они слишком стягивают. Стягивают, его, да, слишком стянули. Сильно, да. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим второй выпуск хайлайтов со стрима. Это последний видос с хайлайтами, так что все, больше этого не будет. Вы можете вспомнить, как оно было. Может быть, еще раз перейти на стрим. Еще раз там лайк поставить, еще раз здесь поставить лайк, на предыдущие хайлайты поставить лайк. Писать приятный комментарий, поскольку это был такой, по сути, первый стрим на моем канале. Надеюсь, что вам было прикольно. Может быть, когда-нибудь мы еще что-нибудь такое замутим. Я думаю над этим, но пока не думаю особо сильно над этим, но держу в уме, друзья. С вами был Юджин, ждите новых видосов и всем пять!